Андрей Максимов, и сегодня мы играем в Майнкрафт паркур. Поздоровайся. О, какая-то табличка, посмотрим. Найдите кнопку. Какую еще кнопку? Это чтоб дверь, вы же ее сломали. Здесь бэтрок. Вот. Там еще что-то. А здесь так кнопок. Надо, видимо, выйти. Непонятно, что ли. О, там что-то белое. Я вышел. А, это ж паркур, точно. Сейчас будем проходить паркур. Опа. Ой, упал. Я сам упал. Опа. Ой, если честно, я могу щитерить. А! Да блин, как это зайти? Кстати, да. Поставьте лайк, колокольчик и подписку. А я вначале не могу пройти. Хоть сам я это и строил с ним. Так, опа. Угу. Так. Половину я в выживании строил вначале. Забираю. Так. О, уже. Здесь будет ли? Хорошо. Только надо отодвинуться. Как так? Будет. Мне страшно туда подходить. Интересно. Опа! Все. Мне страшно. Главное тебя не столкнуть хотя бы. Ну там есть, кстати, сейф на лестницах. Я не объяснял. Ну, на деревьях есть сейф. Я сейчас перемещусь к тебе. Куда? Так, еще раз придется. Так. Так. Я издеваюсь. Ладно, день поставили, можно дальше проходить все заново. Так, здесь я попробую. А чё ты сам не хочешь проходить? А чё ты сам не хочешь? А, ладно. Легко? Когда мы это проверяли за кадром, это было нереально. Да я уже дохожу до тебя. Опа. Да. Мне страшно, да? Надеюсь, запрыгну, пожалуйста. Я сейчас умру. Ку-ку. А где это?
У меня полсердечка. Нет, я случайно нажал на кнопку. Зачем? За что? Сколько здесь уже точек? Рам, можешь назад блок, чтобы ты не упал и не я. Так, попробуем. Раз, два, три. Я не знаю, я поесть. Здесь есть сырая баранина. Так, я прохожу паркур. Тяжело, тяжело. Там лестница. Так, хорошо. Ладно, сейчас буду сначала, только попробую хотя бы здесь. Нормально. Я сейчас к тебе пойду. Так, где это? А я сейчас наоборот с земли буду подниматься на дерево. Так, Арам. Короче, не Арам, а этот кто там. Короче, ты понял, кто ты? Там есть на дереве спаунпоинт. Я сейчас туда заберусь. Короче, Максимов буду тебя называть. Я понимаю. Это только так мой канал называется. А мое прозвище так-то Алеча. Алыча. Мое прозвище. Мистер Олыча. Иди сюда, здесь лестница. Что? А я видел, у тебя в руке меч деревянный. А ты что, не видишь там лестниц? Ладно. Да я не ту, а про зеленую из дерна, которую я построил там внизу. Короче, я поднимаюсь наверх. Без этого. Просто с блоками. Я не знаю, как это пройти. Я сейчас приду к тебе. Я буду пока что... Из-за того, что это нереально пройти, я буду немного читерить. Это нереально просто пройти. Я не на землю, а на бедрок. Ладно. Больше так не буду делать. Это последний раз был. Это был последний раз. Ты меня скинул.
где-то я вижу. Нет, ладно. Я в начало прыгаю. Опа. Раз, два, поехали. Ой, не попал. Ладно, не буду. Все, давай быстрее это уже делать. Ай, давай проходить нормально. О. Будь нормальной перепрыгивай. Так. Я почти прошел. Я почти прошел. Да. Посмотри, где я. Не говорите мне. Это не говорите, что я это делаю. Пожалуйста. Начали её вот. Короче, неважно, я сейчас... Оп. Я уже почти до тебя. Я пошел до... Почти прошел до тебя. Почти. А здесь только один получается стоит. Это плохо. Ладно, хорошо. Потому что кто-то может читерить. И кто это я. Ладно, не буду читерить больше. Я просто... Да я понял. Так. Подожди. День. Я из-за того, что было темно, я не мог допрыгнуть, наверное. Подписчики, вы любите Майн? Интересно. Напишите в комментах. Если да, то просто Майнкрафт. Или какие-то вы хотите добавить титр, чтобы на мой канал, либо продолжить стенд. Вот кто за стенд? Если вы тоже так же хотите стендов, то пишите в комментариях. Если будет минимум 8 лайков, я буду снимать. И вот опять вторую часть выставлю. Да, реально, я только в начале. Да. Да. Алло. Да. Серьезно? Да, серьезно. И опять упал. А. Да. Да, если ты не слышишь, то да. Я тоже. Пожалуйста, упади. Ты уже прошел? Нет, я упал.
тем более. Да. Ладно, что ты там? Спускайся. Я вообще не умею пока что курить. Да, я не умею пока. Получай, хорошо. То есть Максимов, Кирилл, короче, Максимов, давай посражаемся пока что. Напоследок. Ты где? Ты где? Кого убьет сейчас задачу? А я пока что буду развиваться, пока ты меня не видишь. Хорошо. Только подожди секунду. Мне надо кое-что сделать. Хорошо. На деревянных мечах. Только подожди, стоп! Тайм-аут, стоп! Стоп, стоп. У меня деревянный меч сломался, подожди. Так, сломался у меня меч, да, сломался. Сломался. Все, давай. Все, начали. Все, скрафтил, начали, начали. Где? Опа, получай. Я тогда... какой железной броне? Нечестно, нечестно. Нечестно, алло! Нечестно! Да, ну нельзя его было использовать в этом. Так нечестно. А ты до меня больше не достанешь. Надо да, три раза убить. А ты где, где? Вот где. Как ты за читеры? Не успеешь, не сопротивляйся. Два лев. Валим. Его сзади нету пока что, надеюсь. А здесь мы забьем следы свои. Так, подожди-ка. Можешь меня убивать пока что? Сколько хочешь, может, убивать меня пока что? А я-то могу
могу зачитерить. А, я не то сделал. Блин. Подожди, меня залагало. Так. Получай. Да. Получай, получай. Ладно. Всем пока-пока. С вами был Кирилл Максимов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И надеюсь, вам понравился этот ролик. Ай. И пока-пока.